Воздушные шары, выступления городских творческих коллективов, начало нового сезона, контроля за соблюдением так называемого детского закона превратилось в настоящее шоу. Неформальный подход к серьезному делу, как считают в администрации, это поможет школьникам лучше понять, как и зачем введен детский закон. Его положение действует уже несколько лет, и подростки знают, если тебе нет 14 лет, ты можешь находиться на улице без сопровождения взрослых только до 9 вечера. Если еще не исполнилось 18, то до 10. Результаты действия закона очевидны. По сравнению с прошлым годом, на 40% меньше детей находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Преступлений, совершенных с участием подростков, стало меньше на треть. Выступить на концерте пригласили детские коллективы. Школьникам таким образом еще раз напомнили, возможности интересной пользы проводить свободное время в Сочи предостаточно. Только в спортивных школах открыто 23 тысячи мест. В нашем олимпийском городе Сочи, где созданы уникальные возможности для участия наших детей в спортивных секциях, художественных школах, школах искусств, на самом деле не существует. В рейды по городу отправляются смешанные патрули, сотрудники полиции, казаки, представители общественных организаций. Общие усилия необходимы. Каникулы позади, все сочинские школьники вернулись в город. Проверки будут проходить по всем микрорайонам курорта ежедневно. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.